Завод по производству сухих строительных смесей «Тайгер Микс» уже 4 года поставляет на рынок Дальнего Востока качественные цементно-песчаные смеси. Штукатурка и стяжка бренда с тигриной хваткой широко используются профессионалами строительной отрасли. На выставке «Тайгер Микс» представил собственные современные разработки и особенно акцентировал внимание на строительные клеи. Мы хотим заявить о том, что мы можем производить еще и качественные клеевые смеси. Клеевые смеси считаются высокотехнологичными, их производство требует обязательно наличия лаборатории. И на лаборатории на заводе «Тайгер Микс» есть. Она аттестована и присутствует все необходимое оборудование для проведения испытаний для производства качественных клеев по ГОСТу. Линейку клеев уже по достоинству оценили строители Приморского края. Они широко используют их для облицовки зданий и мест общего пользования, а клей для керамогранита Т-43 в 2019 году вошел в список 100 лучших товаров России. Популярен среди клиентов «Тайгер Микс» клей для газа и пенобетонных блоков, разные категории которого подходят как для летнего, так и для зимнего строительства, что особенно актуально в нашем климате. Качество и стойкость своей продукции специалисты компании демонстрируют прямо во время выставки с помощью специального прибора – адгезиметра, который измеряет силу сцепления с основанием. Прибор для измерения адгезии. Начинаем испытание. Так. Показал нам 1 мегапаскалей. Для этого клея очень хороший показатель. В павильоне прошел открытый мастер-класс по созданию панно «Тигра» – символа завода. Любой желающий мог приклеить разноцветные плиточки-мозаики при помощи универсального клея Т-42. Эту смесь используют даже на сложных основаниях, например, на плитах ГВЛ. Я этот клей встречаю уже не первый раз. Часто на объектах строители его используют, хвалят. Вещь замечательная. Ими можно не только уложить плитку керамическую или там керамогранит или ту же самую мозаику, но и можно выровнять стену. Завод «Тайгер Микс» является резидентом свободного порта Владивосток и ориентирован на собственную сырьевую базу. Это позволяет снижать себестоимость продукции и изготавливать качественные материалы по доступным ценам. В скором времени компания откроет новый завод, который за год сможет производить до 45 тысяч тонн первоклассных строительных смесей. Екатерина Зверева, Марина Зубко, Настасья Лихман. Новости на Восьмом.